существует 2 года. В июле месяце было 2 года, как произошло его открытие. Санаторно-курортный комплекс «Плиса» в Беларуси. Комфортный отдых и оздоровление. Санаторий презентует главный врач комплекса на совете директоров промышленных предприятий Солнечногорского района. Продвижение здесь выбрано не случайно. Именно потому, говорит в интервью врач из Беларуси, что Солнечногорский район – это территория опережающего роста. Для того, чтобы эффективно работали эти промышленные предприятия, нужно, чтобы люди хорошо отдыхали. И с учетом того, что наш санаторно-курортный комплекс «Плиса» расположен в благоприятном таком экологически чистом месте, живописном месте Республики Беларусь, мы предлагаем возможности оздоровления, лечения, а также и отдыха именно на территории Республики Беларусь. Учитывая то, что основная часть тех отдыхающих и гостей, которые к нам приезжают, это жители Российской Федерации, удобство доезда, трансфера именно до санаторно-курортного комплекса «Плиса» очень удобные. И мы предлагаем, чтобы ваши люди оздоравливались как раз-таки в Республике Беларусь и получали эффективное и качественное лечение. Только в Солнечногорске вы приехали или планируете еще где-то презентовать себя в Московской области? Ну, пока мы работаем именно в Солнечногорском и работаем в Солнечногорском муниципальном округе, и чтобы в будущем, может быть, завязались у нас какие-то добрые и тесные отношения. Скажите, в чем ваше конкурентное преимущество? Почему солнечногорцы должны выбрать именно ваш комплекс? Потому что на территории Солнечногорского района тоже очень много хороших домов отдыха и Московской области санаторий. Дело в том, что санаторно-курортный комплекс «Плиса» – это уникальный комплекс, в котором есть свои минеральная вода, своя минеральная вода для бальнеологических ванн, своя минеральная вода для приема внутрь. Она является уникальным по своему составу, по содержанию брома. Также мы на территории своего озера добываем сапропелевую грязь, которая тоже является уникальной. Я не думаю, что в округе, где много находится промышленности, можно говорить о экологически чистой бальнеологической воде и экологически чистой сапропелевой грязи. Где более подробную информацию о вас могут узнать люди? Более подробная информация на нашем сайте www.plisa.by, либо в отделе продаж по нашему телефону.